Выставка «Икра и рыба камчатская» для горожан стала уже традиционной. В Рязань они приезжают практически каждый месяц. И с самого утра горожане знают, куда идти за вкусными дарами Камчатского края. Царица морей чевыча и вкусная белорыбица. На выбор рязанцев здесь больше 35 видов рыбы. Как холодного, так и горячего копчения, а также слабого посола. Даже сами покупатели отмечают, что в магазинах такого ассортимента рыбы нет. Прошлый приезд был, я покупал их и красную икру, и рыбу красную, и белую красу. Нас всех удовлетворило. Я икру беру. А почему икру? Ну, Новый год же на носу. Главное блюдо. Новый год, все-таки праздник большой, Новый год. Икра пользуется большим спросом. Даже человек, который ничего не знает о морепродуктах, но любит именно этот деликатес, замечал, что выглядеть икра может по-разному. Отличается по цвету, диаметру икринок и немного по вкусу. На выставке продажа икра и рыба камчатская – продукция высшего сорта. Ее незабываемый и насыщенный вкус ценится среди гурманов. Что сегодня решили купить? Я икру. А почему икорочку? А я потому что ее люблю. Я сама с Дальнего Востока, и я всю дальневосточную рыбу очень люблю. Поэтому я здесь часто у них беру, прихожу, покупаю. И прям вкус, как на Дальнем Востоке? Да, да. Ну, потому что она вот это, я уже знаю всю эту рыбу. Начиная от чевыча, это все это моя любимая рыба. Попробовать дары Камчатского края в первый раз или приобрести уже понравившиеся рыбные деликатесы, чтобы украсить свой новогодний стол, можно у торгового центра «Премьер». Выставка-продажа работает до 25 декабря включительно.